И будет больше ренжи для миликов, чтобы они уходили на левитации, когда подбрасывают. Как хотите вообще. То есть это на 50%, понял? Когда вот этот фаза с левитацией, можно его ниже лестницы держать. Можно такой вопрос? Когда на фазе левитации рядом с танком кто-то есть, ему отнимают процент ХП? Нет. У меня было 7000 хп. 7000 хп у меня было. 9 стаков. Он меня уебал за это. Потому что он темный, цифру кастует. А как избежать этого? Никак? Не подходить. Рейндж брать друг от друга, блядь, чтобы не получать дыма, который он... Шкаф. Друг от друга или от босса? Друг от друга. Кто-то к тебе стал близко, просто вот и все. Тыкаем, ну, Сумон. Ну, Сумон, тыкаем. Короче, чулан понял, да? Люди из контроля выходят, яйцо заливаем, это на второй фазе. А после искажения гравитации на третьей фазе заливаем. Ну, типа, как упали все из... Надо все равно залить сколько-то фениксов, иначе Алиса умрёт. Я тебе не говорю их оставлять. Мы их будем заливать. Вот после искажения падают все люди, фениксы добивают, яйцо убивают. Да, да, я поэтому говорил до подлета, РДД накинуть дот и побить феникса, забить хрен и бить Келя. Вот только после падения мы уже убиваем. Чулан, я бы предложил на вот этой вот фазе выпить бы сапроты, у кого нету. Ластовый, может быть... Ну зачем сапроты? Убав по рейду все тут. Ну как тебе сказать, вот по мне, без сапрота, с учетом того, что я в облике тьмы нахожусь, два раза по 12к усадил, как бы это 24к, ну, близко не знаю. Находитесь с кем-то, если рейндж не соблюдать, то цепуха усиливается с последующей целью. Вот. Дайте берби, дефа. Стойте, стоп. Там сомалийский танчит лас-фазу с этим щитом. Допустим, если он сдох, там танчит кто-то другой. Хорошо. Алиса, если ты там будешь также на фениксов, видишь, где Кель стоит, и сзади него появляются фениксы, справа и слева, и сзади еще. Каждый раз на последней фазе, каждый раз. Я сколько смотрел, слышь, они каждый раз появлялись где-то там. Ты просто ориентируйся, когда выйдет феникс, что ты была где-то рядом, чтобы он не полетел и не убил никого, как, например, Пана было. Ну, короче, ну, Келя на ступеньках, а сзади там Алиса стоит, просто правильно? Дайте РДД фласку в Виби, это раз. Во-вторых, обновите, пожалуйста, пушки где-то на четвертой фазе, нахуй. Потому что дезориентация — это ебаный, это пиздец. Это РДДшников касается, на остальных похуй. Посохи именно. У нас минус один. СС кидайте на фазе, когда контроль. Как началась фаза, кидайте СС, чтобы он был до конца боя. До этого не надо кидать. А что он спадет? У нас минус один, давайте одного поищем. Так будете бить, без одного, блять. Что у нас минус? А, хант. Угу. Готовность принимайте лучше. У меня ГБ, КД, я не могу дать вам сапроты или что-то типа того. Танком. Кому там надо. Просьба на взлетной фазе, пожалуйста, не тяжите рядом с танком, чтобы я не накапливал стаки. То бишь рядом с боссом. Стаки у тебя босс накапливает. А если ты летаешь, блядь, на пятой фазе вместе с другими людьми или кто-то возле тебя, ты получаешь, блядь, урон от каста, блядь, этого, блядь, босс. Ну, я же спросил. Мне... Ответь. Я держусь в рджи от остальных. Хорошо. Откуда у меня 9 стаков? Было 9. Стаков стакает босс, блядь. Значит, надо перетаунчить. Босс стакает от этих своих фаер хуйни, короче. Ну или от чего-то там. Я даже прожал щит на суток, больше стаков, тем тебя больше летит. Как вы заебали? Он назад нахуй. Давай принимай, одного тебя ждем. Короче, на ластфазе... Еще босс таунтится вообще? Нет. Принимаем готовность. Назад принял готовность. Да. Сука, вы дрочить пришли, стали побазарить или что? Принимайте готовность. Отчет. Стоите, дрочите. Пейте фласки. Семь данных еще кто-то выйдет. Просто
фазе набирайте все агру на нем. Если он там не таунтится. 12 лямов ДПС, поебали. Тяжело будет. Я тебе так скажу, мы 40 лямов ДПС проебали, когда у нас пол рейда. Да-да, ну не пол рейда, а поменьше. Если кто не умрет, то убьем спокойно. Да, поехали, турбойс. Не куйте на последней пати, спокойно говорите. Если есть там какой-нибудь, типа, мастер говорит, например, не подвинься там и так далее, не по- без, блядь, криков и оров, спокойно. Я сказал уже подвинуться, потому что это ко мне подвинулся. Да я тебя увидел потом. Ближе к киллу летел. Не сдох. Дело эти на агрить ему спокойно. Не бейте милики. Пусть он ударит 3 секунды. Пять секунд РДД. Из центра. Центра рассосались. Кинули доты РТД. Прибьем. Турбо захил. Лики не бьют, но будешь летать туда-сюда. Виби агро, виби захил. Стели это метка. Плохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером Телоникусом. По 5 секунд. И. Одна. Бомба. На месте добьем мир. Курим. Кури и здоровье вредить. Да череп. Вас диспел. Пиков диспелите, там морозит. Заберите на себя танки, на ком он там висит, я просто пишу. Быстро заберите. И чуть-чуть, пару метров, милики все равно смогут его уехать. Жбо взять там. Можно брать. У меня возникло один вопрос. Возможно, притянуло их, потому что они слишком далеко от босса стояли? Я стоял близко. Меня тоже притянуло. Я почти в упор был метров 10. Я стоял где-то вот 10 час и тоже сдох, но меня портануло вот сюда. Ну, метров 15 я сдох. Короче, там магия. А, там я тоже удивился. Ненавижу этого босса, у меня постоянно попадают стаки.
Не говори. У меня то же самое. Просто говнище. Мне потом по новой набирать. За 5 секунд. А, можете потом еще раз взять пушку? Угу. Поехали. Лорей. Миша про мастер. Рей. Заебал в пушер. Казум. На платформу Казум. Угу. Он на меня как-то сагрился, блядь, он срал агро. Плюс один. Он тебе щит не поможет, он с одного удара убивает. Лорей. Лорей полетел. И чё, я быстро вернусь. Не, в общем. На микстурку. Ничего страшного. Как раз там добьем, блядь. Тру, не подходите просто, и все. Шансунг. Кинули на инженера РДД. Оба секунды. Эксторки воспоминаний. Скоро. 5 секунд. 2. Ну, без Савинар 16 с игрушкой. Днем бить инженера, можете кидать СС. Мне кажется, Лихан не играл по Фениксу. Не по Фениксу, да. Фир скоро. 3 секунды. Турбо агро. Турбо хильт. Да, тайминг. Теле. А, бомба 4 секунды, 3. Накинули доты. РТД на этого, на лорда соседнего. Инженера бьем. Скоро 5 секунд, РТД аккуратнее. Раньше возьмите. По 3 секунды. Нет. Фаза 20 секунд. За 10. За 3. Танков не забудьте сейчас хилить. Бомба 4 секунды. Милики ушли. Ушли. Аккуратней. Я тогда добью. Поехали, рассосались по платформе. Место вагон. Сзади, спереди, где угодно, чтобы вас хилы доставали. Тиродная точка. Контроль 20 секунд. Кого там? Скиллы по минуте сливайте. Такие старфолы и так далее. Эки, готовьтесь чардж сделать. Сделали чардж. Лужа, аккуратнее. Контроль, разошлись по сторонам. И далее, контроль дали. Если подводят сомалийский, контрольный, к тебе отводишь. Не забудь, Феникс 4 секунды, Феникс справа. Летел. Ставит, начинаем Феникса. Уже можете... Феникса. РДД Феникса, все, его поставим. Без контроля выйдут, яйцо горит. Лужа. Уже в Винар. Микстур, кто там танчит. Аккуратно. Не забудьте, сейчас откинет. Отойдите. Милики, готовьте, скажу. Яйцо смотрим. Милики поближе сюда, к звезде. Яйцо. Милики пошли. Бегом, яйцо. Кет залил. Обратно келе поставили, где он стоял.
примерно. Уже там милики уже... ушли, милики ушли. Чардж сливайте, вар. Оль, 3 секунды, чардж, бегом. Бегом, чардж сделали. Отдали все скиллы до этого. Чопса, Мосо. Ну, когда был чардж, так что закупил. Мастер, мастера в корне дайте кто-нибудь. Сейчас дам сам. Он мне фир дал, не успел. Феник в центре. А ковы по ДК. Дал блайн, походу сбили. Да, нас сбили. Серу еще раз корни дам, РДД Феникс. Лужа под миликами, быстро съебали. Что за контроль? Осторожно, чтобы не откинуло Феникс. Близко поставил. Откинет. Вот, и все. Он, там лужа была. Все. РДД Феникса, сейчас люди вышли с контроля, быстрее Феникс. Бьем, бьем, бьем Феникс и РДД, бегом. Яйцо милики смотрим скоро. Ики, готовьтесь. Убили. Яйцо приготовились. Убили яйцо. Ехали. Контроль. Вары скажу. Феникс одновременно. Слили, лужа, слили, вары. Вары слили, чардж. Контроль, секунда. Моса, прости, царь. Дали контроль. РДД по Фениксу. Не будь, я уехал, Ярик. Я чуть-чуть тебя стукнул, сорян. Я тоже его, я так и знаю. Меня не слышно, что ли? Мосса не уедет. Слышно. Чё тогда за галдёж-то, ёбаный урод? Дали контроль, РДД Феникса бьют, ёптоя. Подводи туда кельталаса. Не ауешьте, Мосса убьёте, сука. Милите возле босса. Лужа в центре, лужа в центре, ушли. Блядь, ёбаный. Уйди от Моссы. Яйцо приготовили. Лики, готовьтесь яйцо, по яйцу. Гоу яйцо. Вот, ну хватит повторять, а? Сорян, бля. Я ж вроде все говорю. Дайте кто-нибудь там Мосси, там Макову, еще какую-нибудь срань, чтобы он в милизоне нашел. Феникс 5 секунд, аккуратнее он будет откидывать. Милики, готовьтесь чардж, скажу, еще лужа будет, Феникс. Лики слили чардж. Всякую ту срань слили, бегом. Лужа в центре. Тролль, готовимся. Садите, там ши. Угу. Дарю. Контроль, я сейчас поубиваю всех. Там бить. Доты, царя. Ой, зря царь туда подбежал, сука. Тише, 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 тише. Не бейте Феникса, яйцо. Не бейте, не бейте. Отведи, отведи, отлично. Миликов к Фениксу. Милики к яйцу быстрее. Готовьтесь. Слили, бегом. Скоро лужа еще. Диспел меня сразу, диспел. Каст, ну чё вы не сбили? Сбили, бро. Да, блядь. ПС, ПБР. Поднимай. Ресну, я ресну. 59, один Феникс. Феникс. 59, один. Феникс. Оль, скоро. Лужа. Слили чардж, бегом. Лужа в милизоне. Феникс. Стоп, 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 стоп. Не бейте его. Келя пока бейте. Контроль. Роги, контроль. Рею корни даю. О, все, кош я слил, все, я стою на него. О, Феникса, РДД Феникса. РДД Феникса. Милики, готовьтесь, скажу. К яйцу, к яйцу. Яйцо. Поехали, поехали. Обновите контроль, что посмотрите. Это? Не отводи что никуда это? Этого келя, пусть там стоит. Бегом, Феник. Но. А вот это солил. Успеем, стоп, 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 стойте, стоп. Корни, пожалуйста, сроки. Будет Феникс. Сейчас будет Феникс. Келя пока бьем, но скажу стопать все равно. С Фениксом не круто переводить. Стоп. Стоп. Стоп, по Восу, стоп. По Фениксу поиграли. ТБР-ку войду. Ну когда? Сбивать его. Ру когда? Стоп, стоп, ушли милики оттуда. Лили. Аккуратней, контроль одновременно будет. Лужа в центре. Ушли оттуда, лужа. Ну. Яйцо, контроль. Контроль. Меня Старфол, быстрее. У меня Старфол откатил, твою мать.
долейте. Бля, пиздец. Не переведите босса. Встаю. Где будет в контроле, блять. Чопса там диспел. Да похуй на контроле. Все, корни диспел. Паза, диспел мне. А, нет, что контроль, блядь. Феникс. Твою мать. Я убью сейчас кого-то. Нету Феникс. Либо в повойду там и так далее, спели на ману кто-нибудь. Извините, да, еще раз. Жить его на ступеньках. Пропал, не забудьте. Посох. На ступеньках. Кто-то там, и остальные по кругу вокруг посох. Него. Кто-то обновил посох? Пока что. 4 минуты. 4 минуты. Близкий. Косты сбиваем. Просто сейчас. Все, все, все. Стой на месте. Сказание. Нет. Вот он опять. Давай раньше. Блять, петух. Да, слишком высоко. Ну, вот там шансон. Подвиньтесь, вам что-то много летит. Рейндж, сука. Соседи, посмотрите свои. Нормально, нормально. Сейчас падение, 4 секунды. Сказал же, просто так не говорить. Миша, вниз. Казум. Это каст. Нам прилетел мос и раздал нам. Про Феникс относительно. Не скажу, как скоро, но он будет. Гера не успеем уже. Не успеем. Надо было давать вообще это 30 секунд до искажения. Выше, уже. Так я не дали, смотри. На искажение можно пружину поправить. Окей. Да не обязательно. Сомалийский, я первый дам прожимку на искажение. Скоро Феникс вышел. Феникс, вот, минута пошла. Сейчас подкинем 5 минуты. Секунд. Феникс вышел. Надо РДД. РДД как-нибудь накиньте доты на Феникса. Раньше при этом держите. Уже. Накиньте доты и бейте Келя. Накиньте просто доты, пока не надо бить. Дал прожимку. Рядом с простей не стойте. Да нахуй так вниз спускаетесь? Вас подкидывает потом, да? Наркоман на панике. Ой, ну зад, отойди, сука, от меня, блядь. Сейчас падение и лужа, аккуратнее. После лужи добиваем Феникса. Уже смотрим. РДД Феникса, бегом. Еще Феникс сейчас будет, бегом Феникса в этого. Спасибо за рост, хотел только сказать. Яйцо, смотрим. Феникса. Яйцо все. Яйцо, бегом. Смотрите этот сраный, в кого он там кастует, сбивайте эту херню. Касты сбивайте, пожалуйста. У него щит. Щит. Щит, а, нет, лужа, без дабл. К хп, и это лужа. Надо сбить щит, потом каст. Возможно, он притянет, как было в прошлый раз. Смотрите. Да не, 10 секунд. Феникс. Феникс на микстурке. Накинули доты РДД, накинули доты, сейчас нас подкинет. Женя, 2 секунды. Лужа. Ушли. РДД накинули еще на Феникса, бьем Келя. Срок оружия 30 секунд. Оружие, свои пухи оденьте. Обновите баф, если возможно. Каски под ДК обновил. Я обновил вроде бы. Да, я обновил бы. Кто дот накиньте, кто рядом с Фениксом. Падение 5 секунд. Хил. Били Феникса, бегом. И лужа будет. Еще один Феникс. Бегом этого Феникса. Пана за хил. Яйцо с Феникса, Мильки. Мильки, ждите. Подошли бы ближе. Феникс, готовьтесь ловить. Яйцо. Ехали по яйцу. Сразу нового Феникса ловите. Там 2 секунды, 3 для него. Келли, уведите с центра. Уведи. Уводи его оттуда. Касты надо сбейте, хватать на эти. Его. В общем, говорю. Добили, отлично.
Раньше так же, лужа в милике, лужа в милике. Бегом. Сейчас. Далеко увел, давай назад ведем. О, обратно. Скоро Феникс. Феникс, в центре. Я сейчас отлечу. Дезориентация. Зор, вон создохнет. Да. Блять. С Малийского. Гравитация, накиньте доты. Накиньте доты. Сомалийского захил. Всех захил, накиньте доты на Феникса, пожалуйста. Чтоб у него хотя бы миллион остался. Сейчас подкинет всех. Того Феникса еще бьем. Ну, в смысле, пусть вообще. Давай, может, с босса. Танки же. Этого добьем и босса. Этого добьем и босса. Не торопитесь. Все спокойненько делайте. Не надо лететь, блядь. Просто доты накидывайте, чтобы на нем постоянно тикало. В РНЖ плавайте, сверху тоже не подходите. Видишь, ты сверху. Подойди куда-то в бок. Деня сейчас будет. ДД, готовьтесь. Дай Феникс захил мастера. Келя ближе. Эвинар захил. Быстрее, быстрее Феникса. Квадрат лужи просто. Милики поближе к Фениксу. Сейчас будет яйцо. Готовьтесь. Весь рейд ближе к Фениксу. Яйцо. Милики. Весь рейд ближе к Фениксу. Пошли бегом. Дальше только Келя. Все. А Феникс. Секунд 20. Даже меньше. Быстрее, быстрее. По Келю, нон-стопом. Не отвлекаемся никуда. Лужа. Феникс, на мне висит там Старфол. Лужа. Шаман, тотем на СПД впили, пожалуйста. Еще гравитация будет. Ты искажение, не сдохни, не сдохните только. Кто там танчит? Просил, просил. Я. Я бабам снял гравитацию, нормально. Не успел сказать, что дали прожим. Надо каждый раз это делать. Подкинуло, взяли рейндж. Бейте босса, добивайте, добивайте. Чтоб он уехал и вас не зацепил. Идите, блять, от меня, сука. Хил рогу. Дал прожимку. Чё, вливайте с него. Давайте, чё, зря что вам дотирали, час ему нужен, давайте быстрее. Падение. Будет ещё Феникс, через секунд 10. Аккуратней. Агро! Агро! Там, там, кто сдох. Все добиваем. Мы уже отходим, Милики. Уже, Милизона. Че, ГЦ? ГЦ. Да. Ну все, 10к ИП давай. Ебать, 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 ебать. Говно упало. Чуан, как думаешь, сколько ИП за этого босса? Ура! Больше, чем за Вайшу. Это геморройная длинная хуйня, которая выбешивает всех, даже меня. 3500 нормально будет. Мне лич проще, чем это говно, Чилан, это пиздец. Чилан, что ты там чест хотел, да? Там мы, блядь. Дима, не будет часто, да? Нет. Не будет. Чилан, пушки не одел главных. Ты тоже не одел лук. Забыл. Я смотрел на Вуду и на всякую херню. Все, там будет по ЕПГП, походу, я не знаю, что. Ура! Четвертый кусок. У кого? У Виби. Давайте. Кто сказал, что ты забираешь? Я ханту угадал, который офнулся одно. Он не офнулся, он тут вообще-то хан. Ну так его в рейде нету, здравствуйте. Так он плюсовал еще, когда мы траили, так что дайте ему пати хотя бы. Ну ЕП. Но, понимаешь, он плюсовал, но убили ты бы без него 24 тела. Вот это говно. Проут. Мастер, пиши фулл контент, кроме джайны. Набирай людей. В смысле? Нафиг чё вздыка мне сюда высохи. Первосотка, там кто и получает. Ничего не знаю, этот, сколько у него там, 9700, вообще. Так, что, 3 косаря, да, думаю, или что, чувак? 3500, я думаю, нормально, 3500, в самый раз. Чувак, ты что говоришь? Что там этот стоит? Рукавицы. Критхаст, не знаю, но он свет, может. Критхаст, ну, говно. Чё ты? Чё? Разве что ДЦ-шник. Смысле ты отменяешь? А где мои знаки? Не знаю, чё б сюда.
Можно на ОФ? Во-первых, хотя бы должен быть перерол. Во-вторых, нахер они ему... Какой нахуй перерол? Ну, так кидайте ролл нахуй сами, блядь, без меня уже. Что это сложно сделать? А зачем ты отдаешь ей? Ну так кинь с ним ролл и все. Чё вы меня-то парите? Моё. В смысле, Войд кольцо забирает, на? Так, чё там, 10%? Это ты перчи берешь на сову, разве что. Так как никому не надо. Ну, мне на успех на второй. На холипал. Ну вот уже решаешь. Тканевые перчатки на холипал, вы что, ебанулись на? Нет. Нет, есть латные следы нахуй, которые похлеще немного ебисовые, они... Я понимаю. Так, мастер, забираешь? Давай быстрее. Не, давай, Миша, про. Тогда я забираю. Что-то передумал. А, ты ролил тоже. Не знаю, о чем ты говоришь, маленький. Хант, маг, лок. Маг, хант, лок. У него четвертый будет у Иби. Так. Виби. Будет или не будет, а кто выше? Самвил? Нет, Виби выше всех, так что Виби забирает. Все правильно. Ну шо, ГЦ Виби. Ну все, Виби, теперь ты можешь. Короче, босс, что хуйня, что это хуйня. Паладин, рога, шман. Просто забирает, не? Или просто не надо? Лрей забирает. Шреддер, Лрей, Миша. Ну смотри, вы уступите Шреддеру, у него будет четвертый кусок. Если нет, да, да, нет, нет, нет. Уступаю, нет. Миша, ему второй кусок. Нет, так, ну, а не Миша может, про... не может, тихо, выше... не может, нет. Не может такого быть, потому что между Лреем и Миша Про Шреддер. Еще раз попытка. Такая хуйня не уступается тогда. Кто? Забирает Элрей. Это, блядь, не оговаривалось, тормози. Что это всегда обговаривалось в гильдии, всегда. Ты смотри, так. Приоритет, Элрей идет на первом месте, на втором Шреддер, потом Мува Про. Или тебе дать ГП, Элрей, а ты уже кому хочешь отдать. Давай так, только чтобы мы не знали. Давай так. Дискон? Дискон. Помянем чест. Белый дурак. Виби порадовался, Виби? Все, да, возвращаем. Ладно, да, видео есть. Стрит он остается всегда, вы чё? Короче, запись пока будет идти. Войд, у тебя воронка осталась? У меня две воронки. Войд, а ты можешь накинуть мне ИП? Нет. А дашь я за 6к две, я еще докину. Нет, в смысле, за рейд накинуть ИП, а я ливну. А куда ты хочешь ливать? Ну, так как сервер запустится. После... Ну, а могу, мы куда-то еще? Могу накинуть, пока сервер офнут, ты тоже можем могу накинуть. Куда-то пойти, куда, не знаю, Рескухэм, что ли. Если мастер, мы никуда не идем, я бы просто мастер, не ждал бы перезахода. Блять. Чё? Хочешь куда-то пойти? Какого перезахода? Так, ты хочешь сказать, ты не вылетел, пошел. Что ли, или чё? Нет, я тебе говорю, после дискона, чтобы я не реконнектился в рейд, чтобы ты меня не поначислил. Блять, ты в пати лишаешься, остаешься, блять. А, ну и всё тут. Смотрите. Больше никуда не идем. Все. Если хотите, можно пойти в РС-ку, убить миников, потратить холеон. Либо можем воронки пофармить. Ну, все согласны за РС-ку. Если все, то я останусь. Если нет, то я пошел. А блин, я... Там вот сейчас один ливнет, второй ливнет. Там маленький вроде уходит. Там один, второй сейчас ливнет и все. Короче, как будет пускать, скажете. Там вроде чест остался вот этот. Который... Для фулл контента нам нужен только что? Правильно, Джайна и Рескана. Да, лучше Реску сначала поубивать, чем Джайна. Ну да, три не пиздатые выбить. Короче, блин, все круто стало, когда люди в контроле стали не убивать друг друга и контролить.
стало все сразу круто. Вот просто если открыть там контроль, короче. Ладно, всем спасибо. Мастер, мастер. Пиву, короче, ачивы линкуешь и вот так к нему в ебало дать. Через монитор. Понял? Осталось только людей научить каз сбивать глыбы, когда милики яйцо бьют, и вообще заебись будет. Предлагаю доп. ЕП. Минимум сомалийскому. А дальше вот сам думаю. Я сомалийскому бы доп дал. Я, короче, старался, такой бил там, от бумб уходил, феникса светился. Ты не отводил босса от контрольных людей постоянно нон-стопом, чтобы их не убили милики. Царь, ты этого не делал. Если бы я был танком, я бы это делал. Ну, будешь танком, будет тебе доп. ЕП. Вот все, вот, блин, где в этом мире справедливость, а вообще, вот, ее просто не... Бреют наш мод, ЕП не дают, что за жизнь? Ой, ничего не забираешь, нахуй тебе ЕП. Ой, блядь, ну что? Согласен. Шею порол будет или как? Сейчас посмотрим, да, наверное, порол. Потому что ты, помню, говорил порол, скорее всего, типа. Да, потому что там, блядь, ничего толкового нет. Все с острова носят. Да и там такие шеи, не сказать, что они топовые, блядь. Крит какой-то там, блядь, без хосты, что-то РГДшное. Меткость. Ну, говнище. Так что порову. Слушай, кто и будет эту шею роли, сделайте скрин, покажите, что там в принципе есть, чтобы люди знали. Так могут линкануть, там в атласуте есть. Четыре шеи. Короче, толковая там только на миликов с РПБ. Главное, чтобы мои знаки Лидари не откатило. Короче, Кир, сложно хилить? Блять, тут вообще в 4 хила можно свободно играть. Ну, то есть нет таких пиздец моментов, да? Единственное, танк может где-то просесть, когда вот там, именно типа когда под этот, тобой, блядь. Как это? Пространство там что-то пронизатель, когда 8 секунд весь рейд хуй пойми где бегает, да? Ну вот, короче, если он стягивает в центр много людей, блядь, и кастует, может въебать нормально. Да, короче, в 4 хила это хилит, равен вообще на изи. Ну именно, типа, ласт фаза, и на первый тоже можно в 4 как-то. На первый, да? Я вообще АФК, наверное, стою большую часть времени. Ну хорошо. Так, чисто бегают, а ТМ-чик переставляют. А если хил в контроль заберет, что вы делать будете? Просто спросил, как хилиться. Я не спрашивал, блядь, про контроль. Я, говорю, я просто спросил, как хилиться людям. Мы пить будем. Про контроль это уже другой вопрос. Гулять будем. Главное, чтобы но баланс хилов был, блядь. Помирать будем. Понял? Я хотел доп. ЕП, хотел доп. ЕП дать, но теперь не дам. Нет. Здорово. Почему? Ну, потому что ты пел, ебать. Ну и нормально, ладно. А как же в 5 утра, не? Не канает? В 5 утра, ладно, так и быть. Ну все, договорились. А чё вы там где? Да так, блядь, собрались, собрание гильдейское. Да так, Вайшу убили, Келли убили, все нормально. Чё там, пускают чи не? Я не пускаю. Буду чай налью, блядь. Ёбаный рот. Они хоть Келя убили. Не нахуй, надо дисконить быстро. Ща откатит, он живой будет стоять. Говорит, Виталий, говорит, вырубай. Пускает. Не ври мне, не пускает. Пускает.
На месте все. Джованни, вот зачем ты это делаешь? Зачем? Просто зачем? Руф. Ты наркоман? Не надо, не отвечай, я знаю ответ. Сам ты наркоман. Наркоман. Ты меня называешь. Ну чё, царь, с двумя ты пятью чё-то могу? Ну как тебе сказать? Да вроде можешь. А ей опять дали, что вы заливаете с рейдом? Не дали. Тебе нужно этот 4-5, тогда ты будешь как бы вообще жестко. Да у меня сейчас меткости пиздец стало, до хрена у меня голова же Т4. У тебя видишь, в чем фишка? У тебя Чулан. Вот бонус от Т4, 4,2% дамажит. Чулан, у тебя есть воронка одна? С возвратом воронки. О, смотрите, как можно. Мне кажется, оно не светит это сделать. Где там? А Войд принципиально не заходит? Войд решил лут не индзянуть. Он шею входит. Сука маленький. Чешки, значит, мало, да, Войд? Решил еще и печеньку пиздануть. Пацанов, попри. Ай-яй-яй. Бан нахуй. Короче, слышишь, Шреддер? Если слышишь, не ливай. Я уступлю печеньку. Посмотрим, что из тебя выйдет 4-5. Ой, зря. Ну, да ладно тебе, мастер, он начал дамажить гораздо лучше. А что, если ему еще шейн сделать? Я пропустил, я сейчас чай наливал, что там Шреддер говорит, ты еданул, подожди. Как бы вот есть чопсдек, который как бы внизу рекаунта. Шреддер, ливнешь сги, я тебя найду. Как бы, понимаешь, вот смотри, в аккаунте 14 место и 15, как бы, Чопс ДК, ну понятно, а знаешь, кто ниже его? Тот, кому ты хочешь токен уступить, как бы, я, конечно, ни на чё не намекаю, ну может не надо, а? Ну вообще хотел этому самому Мишу уступить, но так как вы, блядь, черти взбунтовались, у него-то, кстати, тоже вторая шмотка, ну хуй с ним. Пусть бежит. Он еще заберет, ничего страшного. У меня ноль шмоток, нахуй. Ну, я то же самое говорю. Ну, типа, я, блядь, поняли, как их убивать и фармить. Давайте обсудим то, есть ли смысл вообще ретрику отдавать 4 куска. Ну, вот, давай проверим похуй. Сейчас на нем. Не похуй. Это будет этот, первая птичка, блядь. Первый проход. Ну, птичка понятно, в принципе, какая, да? Бля, дайте уже этот ссаный кусок Шреддеру, будет человек 4, и, блядь, поебать вообще. Саглы. Затрахали этот спор ссаный, блядь. Пойдем в следующий раз еще выбьем, ебаный в рот. Сука, не ебите мозг мне нахуй. Я, блядь, не могу 10 дел одновременно делать. ЕП даю Сомалийскому, Чулану, Турбо, Царю, еще кому-нибудь сейчас дам. Хорящий первый чулан. Хилам не забудь. Ой, ты что, Руси будешь? Блять, лучше помолчите, иначе, блять, никому не дам, нахуй.
Че, бесплатно можно ролить, че? А вот я снизил, что ты доебал. Ну, типа я потестил бы на ловкость, которая... Проверяй, наныл. Слушайте, а вы мне скажите, а что там за шея? Какая на кастер падает? 277, но на кастера не помню, какая. Там есть. А покажите мне, я вас заберу. Я за ГП заберу эту хуйню, если там такая же, как Слана, есть шея, только с желтым сокетом. Я ее за ГП заберу. Там крит метка, синий сокет. Как там царь умеет делать? Вот это вот. Ну, самая пиздата там на ловкость, по факту. Ну, понятно. Я вот эту шею, ну, правда, наверное, не за ХП, но на хила бы забрал себе. Где вот этот... А, слушай, Турбо, ты ж через корч играешь, смотри, а тут тебе крит, дух, она тоже, может, подойдет и с желтым сокетом. Нет, у меня нехватка хосты. 25 хосты не хватает, да. У тебя хвосты не хватает, да? Да. О, сейчас сброс ЕП будет, да? Уху. Так, чушие, говорите. Угу. Бля, я тебя срейдили, ну, сука. Давай, Маликет, пока, братишка. Мастер, а ты мне покажешь это шею? А где? В гильдии? Ша. Сверу толинкани... шею толинкани... Синий сокет там. Нет, я да просто посмотрю. Зачем тебе эта шея? Мне на хила нужна. Опять меня бреет, сука, заебал. Ну, блядь, давайте за ГП тогда. Заберешь? Да ладно, ну, давай, не знаю. Да дайте рейте тоже пароль, нахуй, ёб пошёл. Такие смешные, нахуй. Я так понял, никому не надо шея из тех, кто кидал ролл. Мне нужна нахила, ну, за ГП. Мне надо, да, нужно. Ну так, блядь, у тебя там 0 ГП, ты не хочешь забирать. Тебе надо, но там... Вижу, кстати, сейчас паладина ретриков. 4-5. Биджо. Ладно, шею кому надо? А ты что, гильдию не читал? Я тебя понял, все, блядь. Блядь, Виби, ты можешь шею забирать или нет? Господи, ты можешь сказать? Все, давай мне шею, я вырыл право. На, блядь, только не ной, заебал. Все, всем спасибо, вы лучше. Ты, Сомер, поставишь шатратный порт, ну, пожалуйста? Ну давай, блядь, голду. Сомер, репутация, или... репутация, ставь шатрат. Или тебе одну надо? Ну нихуя, ну так 18 тысяч тогда давай. Ну, блядь, хули поделать. Одну могу дать. Ты что, по 2000 воронки хочешь? Блядь, ну так, блядь, закинь сначала, ну я хуй знаю. Дать тебе не дать, ну похуй, на, забирай. Ну похуй. Войт, 6 докинуть ГБ надо, да? Ну, 12, 6, да. Ага. Да. Спасибо. Ты скажешь, что закинул, я там проверять не буду. Да закинешь, скажешь. Пишешь. Хорошо. Блять. Дал, кому посчитал нужным и все. Что за нытьё? Всем может дать. Войд, слышишь? Что? Ты слышишь, нет? Слышу. Это, смотри. Так как никому не нужны токены, маг, лок. И кто там, Хант?